Я сатаном махал. Все, пошли. Все, закрываем. Где представители администрации? Сейчас набираем. А, все, набираем. Видите? Скоро будут звонили руководство, спросили, какие действия за нами будут, сказали пока оставаться на своих местах, руководство наше к нам едет, ждем, пока не знаем, куда нам выходить, не выходить. Такое подвешенное состояние и не знаем, что делать. Поэтому ничего не делайте. Да, пока ждем, ну как бы сумка уже собрана. Вызывайте кого-то, потому что мы-то не понимаем. У нас будет доступ в магазин. А что у нас? Дайте, пожалуйста, ваши что можно дверь прикрыть? В чем коллизия? Арестовали нас уже. Все, не дают нам работать. Вы работаете, да? Ну что, в смысле выгоняют или что? Закрывают торговый центр. Ну что они сейчас говорят? И даже не объясняют, будет ли доступ у нас в магазинах, сможем ли мы забрать свой товар, какие условия, насколько это все. Мы ничего не знаем, постоянно в полном виде. Совершенно непонятная ситуация. Хотя Плотко говорит о том, что 90 из 50 только 3 не устранили по пожарке, и он все эти документы предоставлял в апелляционный суд, но этот суд даже не захотел принять их к рассмотрению, эти документы. Значит, вопрос не в пожарной охране получается. Наверное, кому-то эта земля больше понадобилась, чем нам, плательщикам налогов в город. Чем Мусону, одному из самых крупных плательщиков налогов. Наверное, налоги их тоже не очень интересуют. По всей видимости, интересует что-то другое. С таким огромным количеством товара, которое у нас находится в магазине, мы не можем пойти на рынок. Мы получаемся безработные. Нам, значит, нужно ехать в налоговую, приостанавливать действие наших рабочих патентов, прекращать проплату налогов наших, потому что платить нам их будет совершенно неоткуда. Получается, сколько времени закрывать магазин надо было при вынесении судебного решения 24 числа в 8:40 оно было принято. Это было в четверг. Понимаете? Я с вами согласен. Вы понимаете, что я тоже подчинен? Хватает же директоров и все остальное. Я и с этим согласен. Поэтому мы просим посетителей ваших покинуть ваше помещение и направиться к выходу из торгового центра. Покидайте. Спасибо большое за внимание. Вы подробности ответили? Ничего не сказать, не хотите?
договор. Работаем дальше? Просто хочется большой привет передать всем чиновникам за то, что мы лишены работы, за то, что у меня ребенок не может заниматься гимнастикой. У нас в магазине все в порядке. У нас краска, вода, господи, огнеупорная, с которой магазин час не будет гореть. Классно, что нас закрывают. Спасибо, очень приятно. И при этом даже ничего не оповестили. Судебный пристав прошел один из главных с ним. Видимо, очень боятся за его жизнь и здоровье. Два мужчины в бронежилетах. Ну, посмотрим, что будет дальше. Я все понимаю, но не будем обратиться в суд за отменой обеспечительных мер. Скажите, Роман, насколько это вот будет обратиться за отменой обеспечительных мер? По-вашему, насколько это может затянуться? Ну, насколько, как устранить нарушение? То есть все-таки причина закрытия была не устранение нарушений, да? Согласно решению суда, это иски были МЧС, а также строительный надзор. Завтра... Служба судебных приставов, чтобы... Нет, центральный вход опечатан, если будет центральный вход опечатан, будут... оставлены входы другие, для устранения доступ будет обеспечен, чтобы устранять могли деть. Они далеко от этого ставили? Ну да. Ну сейчас вас не будет, что, да? Не закрывайте, голову! Сюда встать! Ну давай разбежали быстро! А? Ну! Все. Ну я понимаю.
понимаю, что вопрос не к вам. Ну а куда детям деваться-то? Сколько секций здесь? Пришел, увидел и купил. Мы ждем вас, Самусон.